Всем привет, ребята! Привет, мои хорошие котики! Сейчас мы зашли в семью кошечки Анжелы. К котику Тому, который спрятался. Ты что, не хочешь нас видеть? Хочет он видеть нас, наш красавчик котик Том. Так, а также нас сегодня встречает Сонечка и Анютка. Кстати, ребятки, у Сони сегодня очень ответственный день. Ее любимый котик сделал ей предложение. Поэтому нашей Сонечке сегодня надо будет готовиться к свадьбе. Она вместе со своим котиком сходит в ресторан, в котором будет проходить их свадьба. И посмотрит обстановочку, а также примерит свадебное платье, которое подойдут к ее свадьбе. И чуть позже расскажет, какой же цвет она выберет для своей свадьбы. Да, у нас уже была и розово-белая, и бело-голубая свадьба. Так, смотри, котик Том, какие чистенькие. Анжелочка, Сонечка и Анютка, давай-ка и тебя покупаем. Наш красавчик котик Том. Я его очень-очень люблю, он мне очень нравится. Так же, как и кошечки, наши любимые. Итак, наши красотки чистенькие и грустненькие, да? А котик Том очень хочет покушать. Тоже вместе с кошечками. Так, Анютка получила новый уровень. Поздравляем тебя, Анечка, с получением нового уровня. Наша красивая принцесса, давай-ка покушаем. Вот тебе яблочко, Сонечке салатик, шоколадку кошечке Анжели. И что? И кусок большой тортика нашему котику Тому. Очень-очень здорово, ребятки. Так классно, что у них есть много еды. Тем более, что они такие любители покушать, настоящие гурманы, да? Так, брокколи для кошечки Анжелы, киви для котика Тома. И поздравляем нашу Анжелочку с получением нового уровня. Ты такая взрослая уже у нас, наша кошечка. И Томик тоже получил новый уровень. Вот это везение! Просто супер везение сегодня, да? Скушай вафельку. Наша Анюта съела вафельку. Кто тут еще не наелся? Конечно же, котик Том. И даже Сонечка. Так, тут все, в принципе, кошечки хотят кушать еще. Давай, Анжелочка, перчик съешь, а котик Том съест спагетти. Так, и наша грустная кошечка Анечка съела вкуснючий попкорн. Ребятки, а вы любите попкорн и с какими вкусами? Напишите в комментариях. Наша Анюточка любит карамельный, а Сонечка любит с сыром. А Анжелочка любой любит, да? Так же, как и котик Том. Скушай вот это классное мороженка. Так, я надеюсь, ты там толстеньким еще не стал. Анжелочка кушать уже не хочет. Сонечка наелась. И давай выпей кока-колы, наша принцесса Анюточка. Так, теперь нашим красавицам надо почистить зубки. Томик, а ты что будешь делать в это время? Ой, ну конечно же. Как же без этого, да? Ай, котик Том, опозорился наш котик. Я только говорила, какой ты классный котик, да? А тут он такое сделал. Так, ну а сегодня, кстати, я не рассказала, куда пойдут остальные наши кошечки и котик. Котика Тома с Анжелочкой пригласили давние знакомые к себе в гости. Поэтому им надо будет сегодня идти в гости и Томику, и Анжелочке, нашей красавице. А Анюточка сегодня пойдет на выставку картин. Наша умничка. Она очень-очень любит рисовать и танцевать, и петь, да? Ну и вот сегодня ей хочется с пользой провести время. Поэтому она пойдет на выставку картин, да? В то время как наша Сонечка со своим любимым котиком будет готовиться к свадьбе. Готовить обстановку в ресторане, а также выбирать для себя свадебное платье. Так, ну что же, ребятки, а теперь давайте вместе с нашими любимыми котиками пойдем в гардероб переодеваться. Как всегда, у них отличное настроение. Так, и давайте-ка первую нашу Сонечку подготовим, нашу будущую жену. Значит, она сейчас идет вместе со своим котиком выбирать красивое платье себе свадебное, а также готовиться к свадьбе. Сколько много забот нашей невесте. Хорошо, что есть Анжела, которая ей помогает. И вот такое мини-платье с розами одела. Да? Или что-то другое ты хочешь? Нет, она решила все-таки мини-платье с розами одеть. И также прическу какую ты сегодня сделаешь. И вот такая прическа у нее будет. Волосы на одну сторону. Цвет шубки будет у нее рыженький. И будут красные глазки. Вот такие красные глазки у нашей Сонечки. Красивая наша
Сонечка, так, а теперь давай-ка Анжелочка и Томик. Так, ну вы идете к давним знакомым, поэтому можно одеть обычные наряды. Я думаю, что у вас там застолье какое-то будет, да, будут угощения. Интересно, проведете время, может быть, барбекю будет у вас. Так, вот такой костюм Хэнка. И также давай другую шубку тебе. И это будет вот такая черно-белая шерсть для нашего котика Тома. И вот такие золотые глазки. Или давай лучше голубые глазки. Вот такой наш красавчик котик Том. И Анжелочка, теперь тебе наряд. Наряд нашей кошечки Анжели. И она одела вот такой клевый концертный прикид. Отличненько. И серенькую шубку. Наша красавица кошечка Анжела. А также вот такую прическу, короткую, светлую. И тоже голубые глазки у нее будут. Я думаю, что классно проведут время наши Анжелочка с котиком Томом. Так, ну и Анютка, теперь ты. Ты сегодня идешь в картинную галерею на выставку. И оденет она сегодня вот такой наряд, дизайн от говорящей Анжелы. А также вот такую воскресную шляпку одевает наша Анечка. Также у нее будет вот такая черно-белая шубка и коричневые глазки. Вот коричневые глазки нашей кошечки Анечки. Так, ну что же, кошечки почти готовы. Теперь нашим красавицам будем делать макияжик, чтобы они стали еще красивее и нарядней. Ну и вот семья кошечки Анжелы собралась. Вот наш котик Том. Вот его красавица кошечка Анжела, которые идут в гости. А также наша любимая Сонечка, которая готовится к свадьбе. И Анютка, которая идет на выставку картин. Ну что же, ребятки, классно, мы побывали сегодня в семье кошечки Анжелы. Наши красавицы-кошечки с удовольствием идут по делам. А мы, конечно же, отправляемся к нашей кошечке Миле и к ее Тому и Дианочке. Ну что, а вот мы и в семье у кошечки Милы. Привет, котик Том, привет, Милочка и привет, малышка Дианочка. Я так рада вас снова видеть. И ребятки, я знаю, тоже любят очень-очень, когда заходят к вам в гости. Так что давайте-ка порадуйте нас чем-то. О, котик Том нас решил сразу удивить. Посмотрите, в кого он превратился. В крутого такого грязного котика. Да? На, скушай тебе пончик. А пока напиток тут, не пей, не пугай нас. Ну а Милочка и Дианочка, держите, кушайте вкусняшки. Круассанчик Дианочка еще съест. А Милочка съест свой любимый бутербродик с авокадо. Так, съедим китайскую лапшу, да, Милочка, и салатик, овощной любимый салатик. Так, и смотрите, как улыбается наша Дианочка, у нее хорошее настроение. Круассанчик хочешь? Или печенюшек? Ой, она все готова съесть, да? Сегодня, кстати, семья кошечки Милы пойдет на прогулку. Они пойдут, сходят в Макдональдс и прогуляются по городу. Очень отличное занятие для наших кошечек и нашего котика. Скушай вот этого пряничного мишку вкусненького. И что? И захотел наш котик Том выпить вот это ледяное зелье или ледяной напиток. И что произойдет с тобой, Томик? О! Вот он замерз. Том, размораживайся. Кстати, котик Том сегодня купил новый холодильник для квартиры, который очень понравится нашим девчонкам, и Милочке нашей, и дочечке Дианочке. Так что, котик Том, сейчас девчонки почистят зубки, и ты покажешь, какой ты холодильник хочешь на кухню поставить, да? А наши чистюльки сейчас почистят зубы, и настроение будет у них просто супер класс, и будут радовать нас своим хорошим настроением и классным внешним видом. И своей красивой улыбкой с классными крепкими зубками, да, Дианочка? Малышка наша скоро уже получит 20 уровень, и мы увидим, как она подрастет, да? Так, ну а сейчас наш котик Том, показывай, какой ты холодильничек купил на кухню. Вот такой милый холодильничек решил он
купить и порадовать своих девчонок Милочку и Дианочку. А также сделаем вот такое милое окошечко. Все для своих красавиц. Старается. Сердечками, милая. Обои? Ой, здорово. Кстати, наши котики очень хорошие подарочки сделали своим девчонкам на День Святого Валентина. Так что, ну, котик Том, молодец. Классный сюрприз для кошечек, да? Вот такой наш котик Том, умничка. Так, ну что же, а теперь давайте-ка готовиться к прогулке, да? Будем наряжать и котика Тома, и Милочку, и Дианочку. Ну и пока будут одеваться наши кошечки и котик, мы с удовольствием от всех-всех кошечек передаем самые пушистые приветики и обнимашечки. И вначале самые пушистые приветики и обнимашечки, а также поздравления с днем рождения получают именинники Кэсси Кэт, Ариана Лу, Ирина Беляева, Александра Киселева и Татьяна Кочурина. Желаем вам всего самого-самого лучшего, успехов, хорошего настроения и классных друзей, а также поцелуйчики вам от кошечек. Ну а следующие приветики пушистые-пушистые и обнимашечки мы передаем для Захаровой Нарияны, для Насти Пронько, Жилиной Василисы, для Ани Гриненко, Даши Виноградовой, Ксюши Федорец, Сумаи Жакиповой, Кузнецовой Дарьи, Татьяны Петровны, Сони Хубулиной, Гузель Мулаяновой, Бегимай Азизовой. А также следующие пушистые приветики и обнимашечки получают Ирина Рекутина, Валерия Дедук, ее Анжела и сынок Анжелы Томик, Лилия Квитка, Лия, Карина К.А., Настя Семенихина, Лэзи Беа, Рамина, Виктория Янц, Алиса Пушкина, Яна Чупина, Забавная Яна и ее Анжела, Нина Мельник, Михаэла Флореа, Елена Прокофьева, Тагирова Райсад, Сунцова Алина, Супердевушка, Селимова Милана, Пуля Котик, Ульяна Рокотянская, Полина Кот и ее котик Симун, Гоша и Дуся, и ее подруга Амина. Малинка Сквиш также приветик получает, Луперенко Мария и брат Аким, Полина Макарова, Колупаева Настя, Вика Шинкарева, Ольга Зуева, Гера Сейд, Маргарита Стартлав, Соня Сет Аватария, Милана Мальчикова, Дельфинка ТВ, Вали Шоу, Мурмур Ника, Настя Чулочникова, Амир Сагитов, Ева Дементьева, Ирка Мандаринка, Ксюша Ф, Ева Линди ТВ, Волоснова Яна, Мася и Бандит и ее кошка Марка, Карпук Надя, Кэти Лайф, Юлия Усачева, а также Юрченко Маргарита, Ковалева Полина, Каролинка Малинка, ее пес Барсик и кошка Кошарик и ее самая лучшая подруга Амина, Алена Ульянова, Элина Сердюкова, Вардухи Григорян, Кристина Вэй, Катя Ульянова, Принцесса ТВ Агеева, Самира Бегматова, Юля Лебедева, Кира, Ярослава, Лиза, Ольга Лепешкина, София Курбанова, Северцова Соня, Алена Романюк, Арина, Карина, Серикбаева Инкар, Таня Бегматова, Дельназа Аманбек, Полина Самоганова, Варя Шнырева, Даша и Полина, Маша Лол, Аня, Вика Воеводина, Чакар Гатина Сумагомедова, Варя Матвеева, Жансая Жанара, Никуля Красотуля, Вика Тян и ее кошечка Милана, Хаски и сказки, ЛПС Джейн и Джесси, Влада Кац, Арина Михайлечка, Ксюша Прокопкина, Квин Би, Вика, Соня Наточа, кошка Ириска, Вика Дремова, дядечка Катерина, Любовь Орлова, Ира Чернышова и ее маленькая кошечка Анжела, котик Артур и собачка Ася. Игрушечный мир, София Остапев, Вероника Улаханова, Арина Скоблик, София Андрусевич, Белоненко София, Дементьева Ева, Гончарова Аня, Майя Джанчатова, Анжелика Плечий, Мисс Мия Волшебница, Алена Люкс, Надя Соколова, Ди Киди, Мария Байчук, Инесса Головенко, Катя Федотова, Няшечка Кошечка, Чернова Алиса, Кукла Мания и Ксюша Беляева. Ну и вот семья кошечки Милы подготовилась к прогулке. Классно, они прогуляются и сходят в Макдональдс. Очень-очень здорово, правда, ребятки? Ну что же, спасибо вам, кошечки, за приветики. А теперь посмотрим на любимые танцы наших кошечек. И приветики для вас, наши любимые кошечки, от Дарьи Кузнецовой и ее Анжелы Али, от девочек-белочек Александры Киселевой, Насти Астафьевой, Валерии Дедук, Лилии Квитки, Василисы Денисовой, Нины Мельник, Михаила Флореа, Саши К, Малинки Сквиш,
А также Александра Плотникова и Анжела Том и Хэнк передают вам приветики. Ольга Шинкарева, Анна Корчагина, Мурмур Ника, Екатерина Новикова, Мася и Бандит, Алия Смагулова, Алена Ульянова, ЛПС Джейн и Джесси, Вера ЛПС Орлукевич, Настя Колупаева, Рясная Альбина, Лиза Самойленко, Арина, Ксения Грушакевич, Life is Good Мария, Жанна Камашилова, Мария Тодуа, Цвет настроения розовый, Ксюша Фалалеева также вам приветики передает, Василиса Шоу, Катя Федотова и Аня Кэт, а также Вероника Петрив передает приветик Анжеле, Соне и Ане, а ей от этих кошечек приветик. Ну что же, ребятки, я думаю, что вам очень понравилось сегодняшнее видео. Наши семьи кошечки Анжелы и Милочки. Не забудьте поставить лайк нашим кошечкам и котикам. Ну а сейчас, ребята, всем пока-пока!